С вами Дмитрий Добровольский. И сегодня я уже без семьи еду в очередное путешествие в Польшу. Поездка называется «Балтийское ожерелье». Мишенька, скажи это папе пока. Ну вот, приехали в Польшу, перекусили в придорожном кафе. Теперь поедем на экскурсию. 10 часов утра. Прибыли мы в замок Мальборг. Замок Мальборг. Замок Мальборг. Нижний замок. Часовня. Так, идем в средний замок. Лучники на стену. Выливай, закрывай ворота. Ой, Артем, тебе не пробраться в наш зал. Прикинь, сейчас упадут, когда будешь над ними проходить. Артем, идешь такой идти на голову? Говнецом. Хотя бы вон тот груз. Или вот этот. Вот. Да, будет замечательно. Лучше я здесь аквариум 20% раствор соли. В таком растворе медаль всплывает на поверхность. Дома хотите проверить, есть что-нибудь только без металла, без серебра, золота? Берете стакан воды, 2 столовые ложки соли. Да? Бросаете, всплыла и медаль, утонула, неизвестно, что у вас. Пол килограмма, пожалуйста. Берем? Берем. Это посмотрите. Да, как слоник, посмотрите, какой красивый. Не знаю. Не знаю. Не слишком сильно меня впечатляет янтарь. Вот трубку такую, да, конечно. Идем в монастырь. Жили здесь рыцари-монахи. Так, куда мы?
мы идем в средневековый туалет. Здесь была скамейка с дырками. Напомню, вода была вокруг всего замка еще до конца 19 века. Энергетика какая прет, а? Просто прет. Что всем сносит? Так, приехали в Гданьск. Я тут все снимаю. Заселились в гостиницу «Гриф». Такой номер, короче. Третий этаж. Все, по плану обед. И пойдем по Гданьску пробегимся. Вышли из отеля мы, отель «Гриф», завела нас бабуля вон там, красивое здание. Друзья, у вас впечатление, что вы зашли в Пюрман, правда? Правда. И вы находитесь там. Где-то вот стойки идут, и здесь, на польском языке, «ладок». Не знаю, никогда не был внутри корабля. Копейки есть? 5 золотых. Нет, 2. Thank you.
Сидим с ребятишками. Броварно. А нет, бровар, пивно. Бровар, пивно. А. Галёнка. Сидим, едим галёнку. Да, такая нормальная галёнка. Покушали. Валим дальше, короче, тусить. Или спать. Ну все, первый день закончен. Пришли в номер. Вот еще. Чуть-чуть. Выпьем. По месту уже. Дмитрий, как вы так исчезли? А, я побежал. Короче, до завтра. Ну вот, следующий день. Короче. Погода огонь. Кстати, пейнтбольная арена. Все здание это пейнтбол. Короче, идем на завтрак. Завтрак. И такая у нас на сегодня программа. 27 августа, 7:00-8:30. Завтрак в ресторане гостиницы. Потом с 8:30 отправление в Оливу. Ясно, ясно, концерт органной музыки. Ладно, погнали завтракать. Или выпить вискаря для аппетита. Приехали в Оливу на концерт органной музыки. Сейчас послушаем орган. Захар, ты фанат вообще органной музыки? Конечно. Огромное, большое. Я знаю, что к альбому. Вискаря надо было брать. Я считаю, для... Я могу кстати... только второй от гонки вискарь дать.
Да, такой парк. 16 гектар. Это вот это толстое дерево? Да. Подзарядиться энергией дерева надо. Сколько ей лет? Это сколько? Я вот сухую веточку подарю. Так не зарядишься. Вот это кофе? Вот. А плоды? Вон, а. Здесь уже все оборвали внизу, да? Да, вот это на кофе. Приехали из залива в Гдыню. Сейчас пойдем по Гдыне бродить. Вот наш супер скоростной экскурсовод Тамара. А Гдыня — это уже другой город или нет? Поморза. Подожди секундочку. А, во, Блисковица. Здесь мы встречаемся. Военный корабль. Надо дальше пройти. Ну, давай пройдем. Потом вернемся, попьем пиво, да? Да. Блисковица. Я бы где-нибудь в каком-нибудь корабле, может быть, все. Блисковицы? Нет, ну там. Да, может, не вопрос. 3 часа дня, и мы уже в Сапце. Попался в море. Сейчас идем кушать. Таня, давай туда проходим. Ну, я подумал, надо, да, потом. Приехали с Сапота. Вискарь второй день не тронут уже, как-то непорядок. Ну, официальная программа закончилась, есть свободное время. Сейчас в душ схожу, немножко выпьем, может еще с вами погуляем по городу, не знаю, буду, не буду снимать. Короче, так вот, усталость такая вот. И завтра еще тогда едем на шопинг и отправляемся назад на Новополоцк. Последний день в Польше, утро, вчера крепко выпили, сегодня, короче, у нас шоп-тур в Ушан, и валим домой. Ну все, заканчиваем наше путешествие по Польше, шоп-туром, водили кастрюлю, купил себе вон педали, трусы и лего. И лего. Блин, можешь купить такую гриль-сковородку, если честно, очень хочется. Затарились в Ушане, короче. Гданьск. Скину под музычку там цены.
Можете остановить на стоп-кадр, сравнить, посмотреть, чтобы примерно ориентироваться в ценах. И сейчас купим покушать, покушаем и отправляемся. Граничный пункт Котловка. Отстояли 5 часов. И на той границе были у нас проблемы, на этой. До Новополоцка осталось 250 километров. А за моей спиной стоит Захар. Можно смело посылать всех нахер, если за несколько минут опустел бульвар. Если за твоей спиной запахло перегаром, если воздух раскалился, как пожар.